Спартанец, боец 37-го отдельного мотопехотного батальона. На службу в зону АТО пошел с началом военных действий на востоке Украины. Сегодня приехал на Кушугумское кладбище, чтобы почтить память и подвиг неизвестных бойцов. Надо отдать людям должное, вот, потому что они положили свою жизнь. Вот, за свободу, независимость нашего государства. Они до конца выполнили свой долг и вошли в историю, говорит военный комиссар Запорожской области. Украинцы должны знать имя каждого героя, который отдал свою жизнь за родину, подчеркнул Александр Беда. 3 роки до війна у нас. Головне здобуток всіх – це те, що на Запорозькій землі, Дніпропетровській, Харківській і всій території України все-таки мир. Вони зупинили якраз просування військ на цю територію, тому вічна їм пам'ять, і хай земля їм буде пухом. В честь героїв АТО прозвучав салют. Пам'ять солдат почтили минутою мовчання, к меморіалу возложили цвіти. Станислав Пичурин, Руслан Шевченко, ТВ5.